Всем привет, с вами Джи Ладенс Фэмили. Сегодня я записываю туториал на хореографию Мона Лиза от солистки Суджин. Хотела бы вам напомнить, что любой туториал вы можете заказать, вся информация будет в описании. А мы с вами учим припев. К слову, припев небольшой совсем, поэтому мы с вами выучим еще небольшой буквально кусочек за него. Начинается он с того, что мы с вами делаем шажочек на левую, дальше подставляем правую, бедра у нас уходят в правую сторону и также уходят в левую. Снова делаем шажочек на правую, шажочек на левую, и дальше у нас будет дза-дза. Угу. Еще раз, шаг на левую, правую поставили бедро, левое бедро, шаг на правую, шаг на левую, шаг и. Угу. Ручки при этом у нас будут делать такое движение, левая рука как будто нас заносит, у нас будет небольшой доворот, и мы делаем щелчок в правую сторону, руку медленно к себе, в левую сторону, ручку медленно к себе. На следующих двух шагах мы ничего не делаем, после чего у нас идет целая связка руками. Наша с вами задача — поднести правую ручку к себе, около лица, правую накрыть сверху. Дальше мы с вами раскрываем правую, пускаем волну по левой, закрываем ее здесь и приходим вниз. То есть получится счет и ца-за-ца. Еще раз. Поставили, накрыли, сделали замах, перешли на левую и правой закрыли. Да, целая волна. После чего отсюда ручки мы смещаем перед собой, перед лицом. Далее разворачиваем их к лицу. Заносим ручки перед собой и раскрываем в стороны. Итого у меня получится правая, левая. Раз, два, три. Занос глазам, развернули, раскрыли. Супер. В это же время что у нас будет происходить по ногам? Они у нас закончили на том, что мы сделали шаг, выставили ручку. Ой, ножку в левую сторону. После чего мы переносим вес на левую ногу, резко присаживаемся на бедро, смещаемся в другую сторону, подставляем к себе левую ножку и присаживаемся вниз на правое бедро, чтобы выставилось левое колено. Еще раз. Шаг отставить, перенести вниз, поменять. Ждем, подставить и медленно сесть вниз. Пробуем соединить вместе с ручками. Подставить, выставить. Раз, два, три. На смещение сместили бедра. Встали обратно, поменяли ручки и раскрылись на айс. Угу. 7, 8. Раз, два, три и четыре. Счет. Па и па. Угу. Супер. Еще раз соединим весь, соответственно, небольшой бридж с самого начала. 5, 6, 7, 8. Раз. Щелк. Щелк. 3, 4. И. Раз. И. 2. И. 3. Ждем. Счет. И. Close your eyes. Ч. На ч. Звук. Отлично. Мы с вами раскрылись. Close your eyes. Мы ручки просто подносим к себе. Как бы центр, но чуть сильнее на правую сторону, чтобы выставить левое плечо наверх. Вместе с этим мы все еще сидим в этом же положении. И следующее движение у нас будет «I'm your Mona Lisa». То есть на момент произношения строчки мы просто медленно опускаем ручки. Вместе с этим бедра у нас находились в этой стороне. Мы их резко смещаем в левое, и они у нас делают небольшой проворотик до правой стороны. «I'm your Mona Lisa». Эй. На эй у нас ручки отсюда поднимаются к лицу, и ножка также вместе с бедром заводится наверх. Угу. Следующий акцент. Мы с вами приподняли ножку. Как только мы ее ставим, у нас сразу бедра будут выходить вниз. Далее приподнимаем бедро, снова вводим вниз. Приподнимаем бедро вниз. Обратите внимание, что я прям хорошенько разворачиваю таз, и точно так же достаточно низко прихожу вниз. Угу. И у нас будет «I'm your Mona Lisa». Эй, эй, эй. Эй, эй. Супер. По ручкам они у нас были здесь. Дальше они смещаются наоборот. Левая ручка хватается за правый локоть. Мы делаем проворот и выносим ручку к себе. Еще раз. Счет. Раз, два, три. Эй, счет. Угу. Еще забыла сказать один момент. Не забыла, сейчас я вам покажу. Мы когда делаем с вами счет, у нас будет соединение. Счет. Раз, два, три, четыре. Угу. И я хотела уточнить по поводу нашего плеча. После того, как мы сделали замах, первый раз мы с вами бьем. И на следующий счет по бедру мы с вами выводим левое плечо наверх. Счет,
счет, счет. Она достаточно сильно видна у суджин, поэтому старайтесь его прям на каждый уход бедер назад приподнимать наверх. Еще раз. I'm your Mona Lisa. Эй, счет. Плечо, плечо, плечо. Угу. По бедрам здесь прям хочется хороший удар вниз сделать. После того, как мы сделали, мы снова медленно заводим бедро наверх и возвращаемся в то же положение. Как раз таки в это время у нас ручка делает обвод и делает фиксацию плечо. Далее, у нас будет с вами такое движение. И счет эй. Мы отсюда приподнимаем ручки наверх, после чего они у нас идут вниз. Желательно вот такое положение, то есть наверх, вниз кулачки. Вместе с этим у нас будет приподниматься левая нога. И как только она ставится, у нас идет движение по грудной клетке. Мы сначала ее заносим вовнутрь, и затем делаем справа налево круг и снова вовнутрь. То есть счет и счет. Угу. Вместе с этим, как только мы поставили ножку, у нас закрывается грудь. Мы раскрываем колени вместе с грудной клеткой, и они у нас закрываются, когда мы закрываем грудь обратно. То есть были занос к себе и счет и. Угу. Отсюда мы переносим вес на левую ножку, у нас встает наверх правое бедро, и мы делаем счет, счет. Угу. При этом ручки у нас были здесь, они у нас идут наверх, поднимаются, раскрываются в такое положение, и на два счета они у нас расходятся на раз, два, угу. Напротив плечей. При этом у нас получается занос, счет и. Угу. Отсюда у нас снова бедро поднимается наверх, ручки расходятся в сторону и фиксируются к себе. Да, давайте еще раз с момента I'm your Mona Lisa, эй. I'm your Mona Lisa, эй. Раз, и два, и три, и четыре. Пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, и два, и три, и четыре. Угу. Соответственно, на моменте, когда мы были с вами вот здесь, можно чуть-чуть корпус подать вперед для симпатичности и на момент этот закрывать назад. Далее, нога у нас снова повторяет уже знакомое нам движение. Она шагает наверх, вперед и приподнимает бедро наверх, чтобы ударить на центр, ударить в бок и ударить в другую сторону. Угу. То есть еще раз, занос наверх, в центр, назад, в центр будет. При этом ручки у нас находились вот здесь. Мы ими заводим их за голову и делаем раз, два, три, эй. I'm your Mona Lisa, эй. Соответственно, на момент мы просто присаживаемся, ручки раскрываем вместе с головой на в стороны и назад. Угу. Еще раз, соответственно, момент. И папа вперед к себе. Mona Lisa, эй. Вот, извиняюсь, будет два всего лишь счета. Центр назад и раскрытие. И переход ко второму кусочку. Давайте еще раз соединим сначала припева. I'm your Mona Lisa. Эй, 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 эй. Счет к себе и раз закрыть. Эй, бит, бит вперед к себе. Взяли, центр, право, вниз. Супер. И начинается второй кусочек. На него нам с вами нужно будет напрыгнуть на левую ножку, на правую, на левую, правую. Угу. При этом ножки у нас достаточно сильно будут подворачиваться наверх, то есть правая, левая, правая. И вот здесь, смотрите, нам нужно будет делать прям поворот, чтобы прийти вниз на правое бедро. Ручки при этом у нас будут подниматься снова наверх, делать замах к себе, замах к себе. Угу. Еще раз, вверх, левая к себе, правая к себе. И дальше будет такой акцент, ца-дза. Угу. Были здесь, эй, счет, эй, занос, эй, занос. Угу. На моменте, когда ручки у нас делают акцент, мы с вами приподнимаем бедро наверх и возвращаем обратно. Угу. Ра-ца-ца. Далее, у нас уже знакомое нам движение, ручки поднимаются наверх и медленно опускаются вниз. При этом ноги после этого акцента, мы с вами заносим ее вместе с бедром наверх, левую ножку, и делаем удар вниз, вниз. Угу, еще раз. И вниз, вниз. Если делать вместе с ногами, соответственно, прыгнули, акцент и акцент, счет, дза-дза, и дза-дза-дза-дза.
И еще раз с момента, вот мы с вами сделали эй, Мона Лиза, эй, счет, эй, счет, эй, счет, та-та, и та-за-та-за. Буквально в несколько осталось движений. Отсюда у нас бедро оказалось наверху. Смотрите, что сейчас будет происходить. Вес мы переносим на левую ногу, направо, на левую, направо. И при этом у нас будет еще активно работать таз. Мы его заводим в правую сторону, на левую, в правую сторону, на левую. То есть получается такой небольшой прокрут назад, да. Ручки при этом у нас были здесь, и мы начинаем делать вот такое движение к себе. Просто проворачивается медленно запястье правое и таким же образом левое. Но начинаем мы акцент сильный с правой, левой, с правой, левой. В это же время у нас ручки поднимаются чуть выше, где-то на уровень головы. И у нас получается счет, счет, акцент и акцент и счет. Мона Лиза, эй. После того, как мы сделали, соответственно, эту связку, у нас снова мы возвращаемся вот к вот этому ч. И снова делаем Мона Лиза, только на последний счет просто ручки у нас будут раскрываться в сторону. Соответственно, это вся связка. Давайте еще раз соединим всю связку под мой счет, соответственно. 5, 6, 7, 8. Раз, акцент, акцент, шаг, шаг. Раз, и два, и три, счет, и счет, эй. I'm your Mona Lisa, эй. Раз, и два, и три, и четыре, счет, и раз, прокрут. Раз, два, и три, акцент, и Mona Lisa, эй. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и счет, и счет, и эй, Мона Лиза, эй. Соответственно, если что-то было непонятно, перемотайте, пересмотрите еще раз, а мы с вами начинаем гонять под скорость 50, 70, 85, 100.